В перинатальном центре Кабардино-Балкарии накануне родилась тройня – два мальчика и девочка. Мама и малыши чувствуют себя хорошо, новорожденные появились на свет путем кесарева сечения. Каждый из них весит около 2 килограммов. Это хороший показатель для тройни, отметили в медучреждении. К рождению малышей здесь готовились. Наблюдение за состоянием молодой мамы велось с 5-го месяца беременности. Она с тобой живет, да? Ну, мы недалеко друг от друга. У Базаевой началась родовая деятельность на 35-й неделе, в связи с чем была вчера экстренно прооперирована. Операция прошла без осложнений, дети с хорошими оценками. Послеоперационный период пока протекает в норме. Маме тройняшек Радиме Базаевой из Хысаньи 28 лет. Вместе с мужем Русланом они уже воспитывают 3 сыновей. Теперь в их семье 5 мальчиков и 1 девочка.